Ребята, всем привет! Вы на канале Мультяшки-развивашки. И сегодня мы поиграем с нашим котенком Бубу. А вот и он. Он уже проснулся и встречает нас. Привет, Бубу! Ну что, давай сходим в гардеробчик и подберем тебе какой-нибудь наряд на сегодня. Так, что же мы оденем? Может быть, вот эту зеленую рубашку? Ух ты, ребята, посмотрите, у нас есть новое платье и новые рубашки. Как всего у нас много. Ребята, а давайте оденем вот эту классную рубашку «Шикарный жираф». По-моему, она очень идет нашему котенку. Что у нас есть еще новенького? Есть вот такой галстук. Есть красно-зеленый галстук в клетку. Есть лилово-желтая бабочка. Кстати, она неплохо смотрится. Давайте ее и оставим. Заменим прическу нашему Бубу. А давайте, ребята, сделаем элегантную зебру. Бубу нравится? Так, что это у тебя в гостиной так грязно? Давайте мы поможем прибраться нашему Бубу, ребята. Ой, а что с твоей рыбкой? Давай ее поскорее подымем. Можно сделать фото на память. Отличное фото. Ой, Бубу, посмотри, какой ты сегодня у нас грязный. Нужно обязательно сходить, принять душ. И на кухне беспорядок. И в ванной комнате тоже очень грязно. Что же ты, Бубу, делал? Что у тебя так грязно? Ну, давай сначала помоем тебе ручки. Намылим хорошо мылом и смоем. Ух ты, ребята, отлично! У нас открылись новые предметы. Вау! У нас есть новый красный телефон. Нужно будет обязательно сходить в магазин. Ну вот, Бубу, запрыгивай теперь в ванну. Мы будем тебя хорошенько купать. Вот так. И не сердись на нас. Вытрем тебя хорошо полотенечком. Готово. Ребята, давайте сходим в магазин и купим нашему Бубу зелье энергии. А то, я смотрю, он совсем не выспался. Ну а теперь можно и позавтракать. Так, что же мы сегодня купим нашему котенку? Давайте возьмем суп, лапшу, возьмем побольше вкусных сладких пончиков. Кушай, Бубу, кушай. Ребята, а вы сегодня кормили вашего котенка? Если да, ставьте лайк. Ой, ребята, мы совсем забыли взять напитков. Давайте вернемся в магазин. Ну вот. Держи, Бубу, чашечку горячего чая.
Ребята, давайте посмотрим, какая у нас сегодня миссия дня. А нам нужно найти один спрятанный предмет в доме Бубу. Так, давайте поищем на кухне. Ой, Бубу, смотри, у тебя течет кран. Нужно его сремонтировать. Так, здесь нету, в ящиках тоже нету. Духовки нету, и здесь нету. Да, интересно, где же спрятан этот предмет? Ну что, Бубу, сыграем в какую-нибудь игру? А пойдем-ка попрыгаем сегодня на батуте. Вот так! Отличные прыжки! Ничего себе, как ты умеешь, Бубу! Ребята, а вы играете в эту игру? Если да, ставьте лайк! Кстати, ребята, а вы уже подписались на наш канал? Если еще нет, то обязательно подписывайтесь. На нашем канале вы найдете много интересных видео. Про котика Тома, кошечку Анжелу, говорящего песика Хэнка и много-много других интересных видео. Ой, кажется, наш Бубу немного упал. Попробуем еще разочек. Бубу, как ты интересно лопаешь эти шарики. Очень прикольно. Ой-ой-ой. Ну и еще разочек. Какой же ты молодец, Бубу. Отлично. Ой-ой-ой. Кажется, наш Бубу упал, ребята, и у нас закончились все жизни. Давайте вернемся в домик к нашему котенку. Так, ребята, у нас снова открылись новые предметы. А давайте пойдем посмотрим, ребята. У нас появилась новая шерстка. Черная шерсть на удачу. Отлично. Бубу, какой ты классный. Ну что, ребята, давайте сходим в магазин и посмотрим, какой у нас есть новый красный телефон. А вот и он. Обязательно возьмем его нашему котенку. Ой-ой-ой, Бубу, что с тобой случилось? А, ты уже устал? Понятно, ты же нас так не пугай. Что, решил сделать зарядку, немножечко размяться? Отличное решение. Ребята, а ваш Бубу так умеет? Если да, ставьте лайк. А вот, ребята, наступил уже и вечер. Пора домой нашему котенку ложиться отдыхать. Ребята, посмотрите, как всегда нашему Бубу снится один и тот же страшный сон. За ним бегает огромная мышь, а наш котенок пытается от нее убежать. Ну а на сегодня у нас все. Пишите комментарии, ставьте лайки и подписывайтесь на наш канал. Всем пока-пока!